Акулы некоторых видов пожирают себе подобных филотропий. В бою Фаутик давно стал излюбленным местом для ловли сама. Эволюционировала. Ага, не понял. Эхолот 1 это просто у меня нет. Ничего. Ух ты. У меня сегодня в планах рубануть всех аллигаторов. Ой, погнали до первого. Опа, по пути табличку можно взять, ящичек захватить. Вот знак вопроса не открыто, что это такое? Что-то интересное, я думаю. Мы отправимся и посмотрим. Так, а что это за знак такой, я не понял? Непонятно, непонятно. Ну ладно, доплывем до него попозже. Так, я уже не туда плыву. Вау, она еще круче стала. Я должен на изи теперь этого крокодиль Дона бахнуть. Где-то тут так. Опа, тут ящичек. Ой, я слышу кого-то, слышу. Я слышал. Честно, слышал. Вот, мне покажут сзади меня. Вот он. Каждый, кому доводилось взглянуть на содержимое желудка акулы, прекрасно знает, что акулы всеядны. Жесть, как оно классно все сделано, прорисовано вообще четко. Всеядные, это типа ящики тоже они хавают. Третьесортный феминизм. Опа, вот аллигаторик. Оп, оп. Что там, косорыл? На, сука, что такое? Еще щука тут какая-то. Они что-то косые стали, мне кажется. Ах ты ж. Так я теперь могу его жарить вообще, просто на изи. Оп. А че его бить не могу? Че за фигня? Че это за баг такой? Так я на изи вообще его джахаю 4-м уровнем. Че там, братик? Фу! Надо подхавать, подхавать. Срочно, срочно. Так, мало. О, конёк нужен. Сок у него вообще четко. О, четко. Че там, крокодил Диндон? Иди сюда. А, все. Нет крокодил Диндона. Мы его просто захавали. Жесть, он вообще жесткое стол. Тут младенец что был изначально вообще ни о чем. Ага. А как мне туда допрыгнуть? Я сломать не могу. Читен. Класс. Так, а чё это? Мне надо будет пропрыгать. Такое большое расстояние. Или тут есть какая-то подковыркачка. Не понимаю. Ладно, неважно. Поплывем дальше. Крокодин. Ой-ой-ой, это 15-й левел. Значит, с каким-то младенцем сражался, что ли? Так, сейчас ящик возьмем. Одна из важнейших функций акулы — очистка океана от разнообразного мусора.
Чё? До встречи, аллигатор. Ну да, этот сильный писец. Он меня... Ага, да, да, да ты посмотри на него. В смысле? Срочно окуня найти. Ну вот наши уровни. За черепашку вообще фигню дают. Хорошо. Щучками подкрепились. Да, только за них мало дают. Лучше окуней. Окунями лучше питаться. Ну давай. Да в смысле? Типа разница в левеле, я не могу даже уворачиваться. О, окунь. Да, окунь вообще восстанавливает шикарно. Так, сейчас мы еще одного окуня. Схавали окуня. Где ты, дин-дин-донь? Дин-дин-дон. Подожди, а что с ним не-то? А, это 8 уровня. Ну, давай его схаваем. За него тоже опыт же дадут, правильно? Ух ты. А я могу хвостом? И я могу хвостом? Слышь, на! Для щеки, на! Тка! Тка! А чё это, братья его чешут, бля? Руганы его? На, слышь. На, короче. А! Большой папа. Дин-дин-дон пришел. Давай мы его жарим, а. Так он не сопротивляется даже почему-то. Ну как сопротивляется? Если вас это утешит, я чуть ранее съел чертовски вкусные колбаски из аллигатора. Вот и все, короче, давайте на этом закончим. Так, конечно, я вас наебал, и я решил на восклицательный знак поплыть. Третьесортный феминизм. Посетить грот озера «Дохлая лошадь». Так, я могу ломать, хорошо. В результате промышленного загрязнения и сбрасывания сточных вод, озеро «Дохлая лошадь» в 1996 году попало в программу суперфонда. И что нас тут ждет? Мне очень интересно. Че это такое? Барракудка. Она вообще язычная какая-то. Вообще ни о чем. Сейчас мы ее порешаем. Че ты валишь? Куда ты валишь, слышь? Почувствовала силушку, да? Короче, тут просто жрешь рыб и выкачиваешься, да? Можно даже квесты не проходить, наверное. А ну, давай еще раз. Фур. Да, вот эта выкачка и персонажа вообще четкая. Это, я не знаю, в любую игру, наверное, добавить. Выкачку своего млекопитающего. А если мы туда заплывем? Она погибнет? Да? Ой! 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 Это походу токсичные отходы, да? Угу. Я так и думал. Постоянная активность отхода части связана с отсутствием у них плавательного пузыря, а также с их ненасытностью. Тут
такое ПВП у токсичных отходов. Это сюда! Жизнь она заглатывает. Так, а что нас там ждет? Что-то страшное, мне кажется. Так, а я тут допрыгать могу? О, могу. Четко. Перепрыгнул такой, нормально. Кто это что такое? For sale. Продано, типа. Интересно. Так, мы почти доплыли до места предназначения. Слушайте, он показывает, у меня ап-акулки произошел. Мне надо будет в город вернуться. Ну, сейчас мы чекнем, что это он. Что это у нас тут? Ага, это грот. Это грот. Ебай. Пятый уровень. Я там читал, у многих, типа, проблема. Ну, блин, ну это какой-то некрасивый грот. Короче, читал, у многих игра не сохраняется. Там, короче, окно какое-то вылазит постоянно, типа, сохранить на облако и сохранить, типа, на жестком диске. Может, проблема в этом? Если кто-то знает, почему игра не сохраняется, пожалуйста, напишите в комментах. Буду очень рад, там у многих просто такая проблема. Ну, я искал в поисковиках, но ничего не нашел. Если кто-то знает, буду очень рад, если вы подскажете. Так, это получается, я поменял. Ага. Вот написано, типа, я на 28% прошел Байофаутик. А, мне эти крокодилы какие-то мощные. Надо пойти дособирать, наверное, вот эти ящички и вальнуть крокодила. И на этом закончить. Вот это выгребная яма. Класс. Не, локации оформлены просто бомбезно сейчас. Так, а куда это мы попадаем? Опа, пачки. А тут восклицательный знак. Аллигатор. Я так понял, короче, тут однообразных заданий, ну, очень много. Собрать, вот. Мне надо 10 рыб собрать. То что они такие? Ты за то, что пространство типа такое узкое? Опа, опа, опа. Прикольно. Мы сейчас сюда заманим и сами поплывем наверх. Оп! На, и пал. Башен атомной станции. У акулы есть шанс узнать на практике, дает ли гамма-излучение суперспособности. Гамма-излучение? Так, это что такое? На перекрестке вверх. Регуляция численности возле ядерного распределенного блока. Собралась стая окуней. Почему именно здесь? Да кто его знает, что там творится в их крошечном мозге. Убить 8 окуней. Let's go. Я думаю, это изи. Что-то я отошел вообще-то. Не. Что-то я отошел от плана. Пойду, короче, соберу ящики.
і ПВП з 15-м левелим алігатором. Байфа утік. І мімо проплив. Морские черепахи обитают по всему миру, от Галапагосских островов до Малайзии, но только самые скверные из них селятся поблизости Дейтона. Опа, поплывешь за мной? Не, они за мной не поплывут. Эта акула понимает, что для здорового роста ей необходимо получать из пищи основные минералы. А, они пытаются ко мне пробраться. Так, а мы сейчас по берегу просто их обпрыгаем. Тупо на изи. Движущие силы акулы-быка. Еще один. И отправимся за олигофреном. Да, не сложно найти эти ящики. Вообще не сложно, они подсвечиваются еще. Акулы тоже могут позволить себе неправильное питание. Благодаря своей быстроте акула-бык способна избежать серьезных повреждений. Блин, я не пойму, что она промазывает сквозь этого аллигатора. Ах ты, блин. Жесткая. Мы ее вольнем. Да хватит, слышишь, ты заебала меня, алло. Мыся, как он так сделал? Че это за... Бля, это какой-то зверь. Жесткий вообще. Это мутант какой-то 8 уровня. Еще ни одного окуня нет, блин. Мне не нравится это. Ну че, мы черепашками отхилились. Наши еще сундучок. Ненасытный акула-бык воплощение прожорливости. Вау. Ну и вы нафиг этих аллигаторов. Вот я сплаваю еще на знак вопросика и все, на этом закончим. Мне надо апнуться хотя бы немножечко, а то меня что унижают все. Кому не лень. Такое. Где-то тут табличка была. А, это вот эта табличка, что сверху. А я смогу как-то... Если из-под воды как-то запрыгнуть. Уху! Мне походу уровень надо повысить. Не, нифига, я не допрыгну даже. Ну и ладно. А, сможет ли она допрыгать? Она сейчас задохнется, наверное. А, не, нормально. Вот, вот. Прыгай, 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 прыгай. Дурачок. Часы далеко не самая странная вещь, которую можно извлечь изо рта крокодила. Не, я хочу попробовать, ну его нафиг. Я хочу вольнуть его. Я это сделаю, отвечаю. Так, давай, 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 давай. Оп! Так, погрызли и уходим. Тактика простая. Оп! Жесть. Мне надо окунька хавнуть, а то мне кажется... Он меня еще один раз ловит, и я умру. А я не хочу погибать.
Так, что-то... А, давай, 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 давай! Жесть жестко, вообще жестко, если честно, очень сложно. Очень сложно. Нет, чтоб выкачаться, пойти, попроходить квестики второсортные. Мне надо вот это воевать с этой херней. Ну, давай маленького еще одного. Опа, шестой уровень. Не в лоб такое атаковать. Вообще ни о чем. Еще. Давай, давай, давай. Тут еще один, ё-моё. Давай, давай, давай. Фу. Как они вот это брат за брата за основу взято, задолбали нафиг. Е-бой. Давай, отхиливаемся. Просто так, тут крокодиндон на крокодиндоне. На-те. На, комбо, комбо с хвостом те. Слышь, это ПВП. На-те. Вот это я вошел во вкус. Вот это я понимаю. Вот это хорошо теперь. Теперь я знаю, как их уничтожать. Надо просто давить. Как альфа-акуленыш. Где тут? Нет, ты мне не интересен. Ты мне... Пошел вон, я таких на завтрак ел, блин. На изи просто. Не понимаешь, на кого рыпайся. Ух ты, а что тут? Опа, я хочу сюда. Вау. Как это красиво. И что мне тут делать? А что это такое? А смотри, а на карте не обозначена эта штучка. Тут же ничего не было вроде бы. И что мне тут делать? Что мне тут надо сделать? Важные объекты. Это типа скрытые объекты, которые нужно находить. Прикольно. Мне очень интересно про эту игру, если... Знаете что-то интересное про игру? Пожалуйста, пишите в комментах. Мне будет очень интересно. Какие-то интересные места, там какие-то фичи. Буду очень рад. И кстати, за этот, за сохранение. За сохранение игры. Я почитал, что сохранение игры происходит, когда ты открываешь какую-то точку, получаешь уровень, проходишь какой-то квест. Или отправляешься в грот. Но у некоторых людей вообще нет сохранения почему-то. Если кто-то что-то знает, пожалуйста, напишите в комментах. Буду благодарен. И те люди, которые, у которых это проблема, и вы им поможете, тоже будут вам благодарны. Так, ладно, на этом закончим. С вами был Розе. Всем до новых встреч.